Агрофирма Сидек представляет тыкву «Сахарная малышка». Это среднеспелый сорт, 110-115 дней вегетационного периода. Растение дает плоды массой 1,5-2 кг, мякоть у них плотная, оранжевая и сладкая. Урожайность сорта 9-12 кг с растения. Ценность его в порционном размере плодов, высоких вкусовых качествах, с хорошими диетическими и лечебными свойствами. Повышенное содержание каротина также выделяет этот сорт. Номер партии 7382, количество семян 1 грамм. Грамм 17 сотых в упаковке.